Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, я, Лего Старс. И в сегодняшнем видеообзоре хочу вам показать обзор на набор под артикулом 75086 «Перевозка дроидов». Давно тоже не было обзоров на какие-либо наборы, и у меня проходило голосование на моей странице ВКонтакте. Кстати, переходите по ссылке, там много чего интересного, и в скором времени буду публиковать там много интересных публикаций. На втором месте по голосам было занято именно вот этот набор «Перевозка дроидов». Первое место я уже отснял, именно это Y-Wing. Кстати, те, кто не видели, могут посмотреть по ссылке в описании, тоже интересный обзор. Но сегодня я хочу вам показать вот такую перевозку дроидов. Ну, во-первых, меня давно не было, поэтому извиняюсь, в скором времени будет много различных видеообзоров, уже заснял на разные тематики, поэтому все ждите, будет в ближайшее время очень интересно. Ну и вообще, я немного отвлекся от Лего, больше, ну, сделал упор на свой основной канал и немного отдохнул, так скажем, от видеообзоров, сделал небольшую паузу, поехал на речку, на отдых, в общем-то говоря. Но неважно, теперь все будет потихоньку стабилизироваться и будет все путем. Количество деталей данного набора составляет 565 деталей, и точной цены данного набора нет в России, поэтому его цена $39.99. Ну, по сути говоря, $40, что уж там, 99 центов. Вышли, конечно же, новиночки. Давайте немного также отвлекемся от обзора. Вышли новинки все. Я приобретать не буду сразу все и буду ждать скидок. Я покупаю наборы не ради обзора, чтобы кого-то опередить или что-то там, типа в этом обзоре роде, потому что многие блогеры Лего покупают ради обзора, чтобы быстрее всех опередить и хайпануть. Я ради этого не буду тратить деньги. И вообще у меня в планах купить один большой раритетный набор, на который я сейчас скапливаю средства, и в скором времени вы узнаете, что это за набор, если я, конечно, его найду по приемлемой цене. Ну, давайте переходить уже к самому набору. Давайте начинать с минифигурок. По минифигуркам здесь вообще такой вышел прикол. И получается всего здесь минифигурок аж 15 штук. Это просто, если вот так закрыть глаза и просто назвать вам количество минифигурок, вы можете представить целую там армию клонов, джедаев, там дроидов, ситхов, штурмовиков и различных лордов ситхов, там, я не знаю, мандалорцев. Но нет, это всего лишь 14 дроидов, из которых 12 обычных Б1 и 2 пилота и один гунган. Давайте, пожалуй, начнем с рядового бойца дроидов, бойца КНС. Это обычный дроид Б1, который не менялся с появлением в 2000-х годах Лего, и такой же и остается неизменный дроид. Из оружия у него обычный бластер стандартный, который выдавался и клонам, и дроидам. Конечно, с 2015 года во втором полугодии, ну, даже в 2014 появились старт-шутеры. Хорошо, что здесь дали дроидам стандартное их не оружие, а не вот эти вот пулялки, стрелялки, вот эти, которые нажимаешь и играешься. Это вообще, ну, ерундистика, больше для детей, а не для коллекционеров Лего. И, как мы знаем, Лего не только для детей, но еще и для коллекционирования. Вот такой стандартный дроид. Далее идет дроид-пилот. И таких дроидов в наборе два. Одному полагается другая рука, и он как бы управляет самим подом. А одному дается обычная ручка, такая рука его механическая, и небольшой бластер. В принципе, дроид хороший, и в пополнение коллекцию вам в армию дроидов отлично подойдет. Почему бы, в принципе, и нет? Очень классно будет смотреться на полке с остальными дроидами КНС и будет пополнять коллекцию. Ну и последняя минифигурка — это гунган. Я не знаю, как его зовут, честно говоря. У них была целая армия из этих бойцов. Но я покупал набор без этого гунгана как раз таки. Вот этого вот. Вот он нарисован здесь, бедолага один. И у меня вот именно такого нету версии. У меня есть переделанный мой, потому что у меня есть два танка. Тоже 2015 года, и оттуда у меня есть две джаджи. И как раз таки из одного я переделал, он у меня будет участвовать еще в одном обзоре, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить
данный видеообзор, а вам он очень нравится, и актив на это видео очень хорошее. Переделал я его, пока сильно показывать не буду, что здесь, но, в принципе, смысл один и тот же. Джаджа Гунган. Давайте переходить к набору дальше. Опять же, здесь очень интересно сделали леговцы. Положили сюда 14 боевых дроидов и всего лишь одного гунгана. Хотя бы второго напарника ему нужно, чтобы отбиваться от такой армады дроидов. А то получается, со всех сторон на него атакуют. Такие идут, понял. Дыщ, там, дыщ, попал в гунгана. Он такой, убил одного, убил второго. Но здесь еще в спину ему идут дроиды, атакуют такие. Понял. Огонь. Тыщ, и все, убили гунгана. Такой он, я не хотеть умирать. И все. Конец гунгану, дроиды победили. Но если серьезно, то гунгана здесь реально жалко, он здесь один бедолага такой, отбиваться должен от целой армии арматы дроидов. Давайте рассмотрим инструкцию. Здесь на переднем плане у нас набор, и на заднем изображено Набу, очень классная передняя картинка. Здесь пошла сборка, все по стандарту, инструкция квадратненькая такая и довольно толстая. Здесь лего-пул какой-то. На коробке у меня не было, продавец предоставил только инструкцию. И здесь можно поностальгировать, посмотреть на наборы. Вот эти наборы все у меня есть, верхние. Это в количестве 2 штуки, это тоже 2 штуки. Был вот такой набор, но потом я от него избавился и продал. Есть вот такой набор, такой я не успел взять и такой не успел взять. Вот этот набор хочу приобрести вместе вот с этим, потому что в мою коллекцию они необходимы, так как это все-таки по набору с клонами. Здесь Асаж Вентерс, она мне нужна. Вот этот набор мы с вами сейчас смотрим, и я его обозреваю вам. И вот этого набора у меня тоже 2 штуки. Этот набор тоже есть. Из Star Wars Rebels у меня, получается, нету только 2 наборов. Вот эти вот Сит-Истребитель и такой набор с Сабин Врен. Ну, здесь мини-фигурки, получается, из этих наборов. И вот закончили мы сборку на 65-й странице, получился вот такой вот набор. Ну что же, давайте переходить к самому сету, так как сам сет довольно интересный, и перевыпускался он вроде бы 3 раза. Да, 3 раза он был в Лего. Первая версия была самой старой и какой-то безобразной, некрасивой. Вторая версия, я ее, возможно, приобрету. Это сделано было по Набу, когда дроиды там сложены вот таким образом. Сейчас покажу, вот так вот. Голова вниз и вот так вот, вот. И они там располагаются. Таким образом. Здесь же дроиды, они включенные, как бы, и едут на своем собственном транспорте. Довольно прикольная задумка. Итак, первая функция данного набора, что мы можем снять пластинки, как я это вам уже продемонстрировал в расстреле Джаджи. И есть 2 пластинки, на которые вы можете поставить мини-фигурки, 12 боевых дроидов. Внутри есть такие резиновые уплотнители, которые не дают соскальзывать самим вот этим вот пластинкам. Если я, например, поставлю вот так и наклоню набор, то он вообще никуда не денется, держится здесь намертво. Хоть вот так вот тряси его, обтряси весь, ничего не будет. Но все-таки лучше так не делать. Это все равно небезопасно. Лучше так сильно не играться с набором, все-таки надо придерживаться морали. И такая здесь функция, и здесь получается двойная функция, она и удерживает, и сами пластинки можно снять. Цвет у данного набора очень красивый, он такой светло-коричневый, темно-коричневый, элементы бежевого оттенка и серого. Очень красивое сочетание, мне прям очень нравится. Приобретался этот набор у меня в большом закупе. Кстати, если вы не видели данный обзор, то обязательно можете посмотреть по ссылке в описании. Тоже огромный закуп там, и приобрел там много интересных наборов. Следующая функция — это то, что набор можно покатать. Ну, не сильно, конечно, по пластине он вообще не ездит, но можно поиграться немножко так. Здесь есть колесики, здесь вообще очень множество таких сглаженных элементов, которые показывают, что набор висит. И реально это создается впечатление, видите, он не стоит на пластине, а как будто бы
немного порхает в воздухе. Это очень классно передано, прям как в фильме. Далее функция с выкидом оружия. Вот можно вот так нажать на одну кнопочку, на вторую, и попадают вот такие вот две штучки. Они служат для того, чтобы хранить оружие. По-хорошему, у всех этих дроидов я должен был изъять оружие, положить в эти крючки, и они должны были таким образом передвигаться. Но мне это делать совершенно неохота и лень, потому что от каждого дроида отбирать оружие, потом присоединять их к крючку, это очень-очень долго, очень. Поэтому я вам покажу так. В принципе, я думаю, что особой разницы не будет, что они стоят с оружием, только единственное, друзья. Смотрите, покажу вам один лайфхак. Получается так, что не всем дроидам можно выдать оружие. Я пробовал несколько раз, когда еще приобрел набор, на него немного посмотрел, любовался, потом поставил уже на полку, с полки любовался. Но вот этим двум дроидам нельзя дать оружие, потому что они стоят в первом ряду. И получается так, что оружие упирается вот в эту стенку. Это, конечно, не очень хорошо. Могли бы придумать так, чтобы все могли дроиды вооружиться и стоять уже наготове, чтобы расстрелять этого несчастного гунгана. Но нет, получается так, что не все дроиды могут именно сюда вот влезть с оружием. И вот передний ряд, видите, как они плотно располагаются, только если оружие выдвинуть вперед, там вот в это вот отверстие. Далее, следующая функция у набора — это то, что можно отцепить вот этот подик небольшой, и это будет, получается, как спидер. Вот так отсоединяем, и это получается сама по себе коляска. Можно на полку, например, если вы армибилдер и купили там 5 или 10 таких наборов, потому что набора с дроидами уже давненько нет, так, прям чтобы подсобрать коллекцию. И вот с этим набором у меня сильно прибавилась коллекция дроидов. Можно отцепить, и все, полетел спидер. Может отдельно расследовать, где там гунганы спрятались, потом прилететь, всем доложить, присоединиться и поехать уже в то место. Или можно присоединить его и к задней части. Здесь разницы никакой нет. И даже интересно, так можно подъехать и таким образом поиграться. Из хрупких элементов здесь можно случайно задеть, как я сейчас сделал, вот эту вот часть с оружием. Еще, ну, я сильно вообще не приверженец сломать наборы. Вот эти вот штуки, наверное, могут отлететь. Да и, в принципе, все. Может быть, случайно, если вы заденете дроидов, можно тоже поправить. А так набор сам очень крепкий, цепкий. И даже если его захотеть сломать, то не так-то уж и просто все это будет. Поэтому вот такой вот набор. Мне он очень понравился. Советую для тех, кто любит дроидов, клонов, собирает армии дроидов. И вообще, в целом, для коллекционеров, потому что это перевозка из первого эпизода «Звездных войн» и на атаку у Набу. Поэтому я думаю, что набор у Лего очень даже удался. И хочу побольше таких наборов именно в Лего в ближайшее время. Потому что уже очень давно, не было, наверное, лет 5-6, нету таких наборов, чтобы собрать, подсобирать армию. А так хочу отметить, что набор очень интересный, играбельный. Спереди есть еще оформление в такой вот лампы. И вообще в целом очень классно все. Поэтому на сегодня, я думаю, все. Буду прощаться с вами. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И смотрите больше моих видео на канале. До новых встреч и всем пока. Или же этот гунган собрался, потому что здесь ему не хватает, конечно, Джаджа. Если бы был бы здесь Джаджа, то он бы из-за своей неуклюжести такой: «Моя, иди!» Всех дроидов дальше пошел. Всех тоже уничтожил. Вот такой: «Моя, победить! Ей, я радовался! Ей!»